Всем привет! Добро пожаловать в Алёнка Блог. Сегодняшнее видео я записываю не у себя дома, я в гостях у подруги, но зная, что я буду у нее в гостях и что мне нужно записать видео, я взяла с собой свои новинки, свои новые ароматы, которые я хочу вам показать, поделиться своими эмоциями, впечатлениями о них. И давайте начнем. Первый аромат, который у меня появился, я о нем уже говорила в одном из предыдущих видео, наверное, или в предыдущем, я не знаю просто, когда я выложу это видео, это аура от Мюглер. Я не буду сейчас говорить о нем очень много, потому что целое видео посвящено именно этому аромату. Аромат прекрасный, аромат до сих пор меня не отпускает, он необычный, он специфический, странный, и тем он мне, конечно, очень понравился. Я оставлю ссылку на видео об этом аромате внизу. Пробуйте, знакомьтесь, потому что аромат заслуживает, конечно, внимания. Красивый флакон и не менее красивое содержимое. Следующая моя новинка, она у меня появилась где-то, может быть, не знаю, месяц назад, может быть, чуть меньше. Это Dom Maison Margiela и аромат реплика, который называется Lazy Sunday Morning. Я давно хотела очень познакомиться с ароматами этого бренда, потому что я очень люблю дизайн Margiela, очень люблю его взгляд на моду, все такое необычное, специфическое. Очень мне нравятся аксессуары от этого дома, сумки, обувь. Кто знает, наверное, обувь вот эта фирменная Margiela, те меня поймут. И, наконец-то, в Сиднее привезли вот ароматы этого дома, чему я очень рада. Я долго выбирала, это, кстати, подарок от моей мамы мне на день рождения такой, но он заранее был куплен, но на мой день рождения ее здесь уже не будет, она улетит обратно в Россию, поэтому вот она решила вот так меня побаловать заранее. Аромат Lazy Sunday Morning, почему я его выбрала? Он, знаете, мне он понравился своей какой-то, ну реально, расслабленностью. Ленивое воскресное утро. Сразу вы подразумеваете что-то такое расслабленное, никуда никто не торопится, все такие релакс полный. Олицетворение этого аромата, вот фотография такая на коробке, девочка спит беззаботно. Вот такой аромат на самом деле и есть. Что мне понравилось в этом аромате еще? Здесь очень красивый ландыш. Вот реально, я слышу, здесь еще помимо ландыша есть цветы, но первое, что я слышу, когда я попробовала этот аромат, это был ландыш. Ландыш и мускус. Мускус здесь, знаете, такой не грязный, не, без намека на пошлость, без намека на сексуальность, какую-то такую, знаете, как бывает у Родригес или еще где-то. Здесь мускус такой вот прям чистейший, так может пахнуть чистое тело, так может пахнуть... Ну вот реально, вот вы вышли из душа, чуть-чуть припудрили, может быть, тело, или намазали каким-то таким обычным, совершенно без запаха кремом, и вот что-то такое вот в этом аромате я ощущаю. Он пахнет, да, вот здесь написано «свежие простыни». Есть в нем вот ощущение, знаете, свежеотглаженных льняных белоснежных простыней, в нем это есть. И такие слегка нагретые после сна. Ну, вот... В нем много всего. Мне его реально нравится носить по воскресеньям. Lazy Sunday Morning, ленивое воскресное утро. И я уже в воскресенье два в нем ходила, и реально он настраивает на такой вот очень расслабленный, положительный, эмоционально какой-то позитивный лад воскресного дня. Классный аромат, попробуйте. Линейка довольно-таки большая, это туалетная вода, а парфюмы у них в черных непрозрачных флаконах. Флакон, кстати, очень классный. И каждый парфюм олицетворяет собой ту или иную эмоцию, то или иное событие. Есть, например, парфюм Woodstock. Мне он, кстати, очень понравился. Я, не знаю, может быть, даже бы приобрела себе вот тоже Woodstock. Все мы знаем этот фестиваль, и вот он пахнет реально травой. Он пахнет вот этой вот травкой, такой немножко наркотический, дымный, странный, специфический аромат. Есть аромат Beach Walk, прогулка по пляжу. Вот он реально пахнет, да, летом, отпуск, и вы гуляете по пляжу, заходите на какие-нибудь
рынки продуктовые, покупаете цветы, и вот крем от загара, фрукты сочные, спелые, кокос, вот все вот это вот есть в этом аромате. Липстик он очень красивый аромат у Марджелла. Я реально хотела сначала купить себе липстик он, как бы я всегда о нем мечтала, но потом поняла, что не сейчас, это может подождать. А это да, это вот что-то такое вот другое, у меня такого еще не было. Я хотела такой аромат, очень легкий и ну, ни к чему не обязывающий. Стойкий. Стойкий для туалетной воды. Хотелось бы вам сказать, что он стойкий. Также я купила аромат «Реплика» вот в таком маленьком флакончике для мужа. Этот аромат называется «Jazz Club», «Джазовый клуб». И мне он очень понравился. Он, конечно, вы можете его вдвоем носить, но для меня он больше все-таки мужской. Здесь не видно очень маленькой фотографии. На фотографии мужчина такой в полуоборота, в костюме красивом, сидит в таком клубе. Темно, такой приглушенный свет. Он сидит в кожаном кресле с сигарой и стаканы с виски расставлены. Ну, то есть аромат уже вот заявляет, да, что он будет алкогольный, прокуренный, сигарный. Так и есть. Так и есть. Мне здесь пахнет деревом. Ну, вот, знаете, если представить там дубовый кабинет, да, красивый, вот, с дубовыми стенами, красивый, знаете, в английском стиле. Что-то такое есть. И вот сигары. Запах сигар, таких, знаете, жирных, дорогих сигарищ. Вот здесь в этом есть. И, конечно, виски. Все это скрашивается какой-то такой нотой медовости. Ну, не приторной, а вот именно такой текучей, вязкой. Прекрасный аромат. Я купила мужу, потому что очень удобный флакон. И, ну, и мне понравился сам, конечно, аромат. Он ему очень идет. И, ну, не потеряет, не жалко, знаете. Он такой маленький, удобно с собой возить. Он у меня часто ездит везде. И, наконец, следующая моя новинка, наверное, самая моя долгожданная и заочно мною любимая. Это новинка от Брентона Самата «Наркотик Винус», «Наркотик Ви». А, знаете, в Сиднее его нигде нельзя купить, и я заказала этот аромат вслепую, потому что, ну, знаете, я вот прям была уверена, что он мне, ну, 100% понравится, и ну, так и случилось. Вообще хочу продолжить знакомство с этой маркой. Марка, конечно, бомбическая. Марка просто вот гениальная. Гениальный нос сумасшедший. «Наркотик Винус». Вот такой флакон великолепного розового такого девчачьего цвета. Знаете, как бывает розовое вино? Такое вкусное, сухое. В Австралии есть очень много. Вино нуар бывает такое молодое, вот такого цвета. Это такой крышка. Она деревянная. И в наборе, в коробочке еще идет вот такая маленькая крышечка, если вы там едете куда-то отдыхать, чтобы эту оставить дома и просто обычный черный закрыть. Почему я купила именно этот аромат? Потому что я обожаю белоцветочные ароматы. Я обожаю ароматы с туберозой. Здесь это аромат гимн туберозе. Тут помимо туберозы я еще слышу, конечно же, жасмин и, конечно, лилия. Периодически они меняют друг друга, но все-таки это тубероза. И тубероза, я, честно говоря, ожидала такой истеричной туберозы, такой кричащий, думала, будет аромат на грани, знаешь, такого, ну, очень эмоциональный. Нет, вначале он, да, он может вам показаться слишком громким, но потом он просто вот как такая феерия. Феерия цветочно-кремовая. Очень мягкий аромат, очень обволакивающий и дивный, дивный аромат, крайне женственный. Один из самых, кстати, женственных ароматов, вот, который у меня есть, вот однозначно. Я не могу представить себя мужчину, носящего этот аромат, но он и заявлен как бы в бренде женским. Потрясающий, потрясающий аромат. Я, ну, как бы, он... Знаете, вот поднимает планку вот женственности еще на миллион миллиардов процентов вверх. То есть, если вы там как-то вот хандрите, если у вас, ну, вот что-то там не ладятся дела, один пшик вот этого зелья, и все, и вы просто опять богиня, Венера, из пены выходите там в народ.
Потрясающий аромат, я очень довольна, что он у меня появился наконец. Каждый раз, когда открываю свой шкаф и вижу этот флакон, у меня как-то даже настроение поднимается. Прекрасный, прекрасный. Стойки, на мне стойки, я наношу раз, два, три, четыре пшика. И на мне держится вот прям с утра я иду на работу и прихожу вечером, принимаю душ, и он все еще пахнет. Так что смело могу рекомендовать, если вы любитель туберозы, лилии и жасмина. Все, на этом все. С вами была Аленка Блок. Пишите, пишите, какие вы любите ароматы у Носомата, у Мюглера, у Maison Margiela. Мне будет очень интересно вас послушать, почитать, ответить. Я всегда рада вашим комментариям. Все, всем пока. Чао-чао, пока.